гражданского правового суда 3 марта 2016 года в отношении себя. Наказание назначено ей по статье 275 Уголовного кодекса Российской Федерации смягчить до 3 лет лишения свободы. Каким судьей было принято это решение? Я себя виновной не считаю. Какие чувства вы сейчас испытываете? Я даже не могу это объяснить. Обидно? Обидно. И целого ряда таких негативных обстоятельств. Второй сутки, мне кажется, не закончилось еще. Вы продолжаете писать смс? Нет какого-то психологического? Есть. Как у вас? У меня даже телефона нет. Вы ходите без телефона? Да. Ну, это не Достоевский. 5-12. Вот так.